Но они, похоже, уехали, нету звуков. Мы вот прямо стоим рядом с ней. Мы, короче, не можем найти эту новую трассу. Все, я поехал. Ну, давай. Всем пока-пока. Привет, райдеры! С вами Enduro Master. Сегодня я катаюсь в одиночестве, потому что никто из наших кататься не решил. Правда, по дороге встретил я несколько ребят, но они мне компанию дальше не составили. Так, я сейчас нахожусь на трассе под названием Горки Хопкинса. Попробую ее сегодня проехать на скорость, насколько это будет возможно. Сегодня достаточно скользко, потому что все это время снова шли дожди, не прекращаясь. Но вот сейчас наконец-таки погода стабилизировалась. Дождя нет, температура порядка 7-8 градусов. Я в куртке, мне в принципе даже жарко. В общем, всем приятного просмотра, а я сейчас попробую хорошенечко поджарить эту трассу.
все понравилось. Трасса хоть и скользкая, но все равно проезжабельная. И... Крутяк. Ну что, мальчишки и девчонки, вот, блин. Ну что, мальчишки и девчонки, вот и закончилась моя тренировка. Хоть мне еще предстоит долгий путь назад, но записываю приветственное прощание прямо сейчас, потому что буквально через полчаса уже стемнеет, и еще может сесть батарейка. А мне еще до машины примерно полчаса езды. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик. Все, всем пока-пока!